Рокин Шоу. Интересное наблюдение. Некоторые девушки, когда едут в отпуск одни, все равно снимают два номера в гостинице. Один для себя, второй для своих вещей. Саша! Сашенька, подойди ко мне, пожалуйста. Ян, ну не сейчас. Я сказала быстро. Яна, там уникальный момент. Кировоградская зирка обыгрывает Барселону в финале Лиги Чемпионов. Я ее до финала 2 года тянул. Саша, сейчас будет уникальный момент, когда я разобью тебе твою приставку, которую сама же подарила. Давай, помоги мне собрать сумочку, у меня ногти накрашенные. Да откуда я знаю, что туда ложить? Саша, я тебе буду говорить. А куда это ты намылилась? В командировку, я тебя предупреждала. А если я тебя не пущу? А если ты меня не пустишь, я никуда не поеду, тебе придется продать свою приставку, устроиться на работу и стать кормильцем в семье. Чего сразу угрожать? Спросить давай, нельзя. Давай быстрее, я опаздываю. Прям как перед сексом. Яночка, а зачем вот тебе столько полотенец? Одно для рук, второе для ног, третье для тела. Ян, для твоего тела подойдет одно для рук. Саш, и положи мне, пожалуйста, это платье вечернее в самый низ. Квест начался с самого сложного задания. Саша, оно на плечиках висит. А, на плечиках? Блин, помогла. Да, и найди мне 6 невидимок. Ха, как же я тебя их найду? Они же невидимые. Саша, шутка старая. Шутка старая. Проблема-то свежая. Белье положи. Белье? Ты же его вроде в химчистку хотела сдать. Саша, нижнее. А, нижнее? Ну да, снизу вроде посвежее. Слышь, а что сейчас в поездах постели не дают? Саша, просто трусики и лифчик Виктории Секрет. Чей? Я не понял, ты что, за какой-то Викой донашиваешь? Саша, это бренд такой, сексуальное белье. Ничего себе. А что это я только сейчас узнаю, что у тебя есть сексуальное белье? Да потому что зирка 2 года шла к финалу. А где оно? На отдельной полочке. Хо, значит, мои труселя вместе с носками, ремнями и галстуками в коммуналке теснятся. А у какой-то Виктории отдельная полочка. О, слышь, я, походу, твою немедимку нашел. Саша, да, это именно они. Положи мне, пожалуйста, их. Нет, я лучше труселя поищу. Потому что если ты в этой веревочке от Виктории поедешь, ты себе все секреты застудишь. Саша, просто положи их, мне в них удобно. О, тебе в них удобно, а обо мне кто подумал? Нет. Вот с этими и я себя комфортно буду чувствовать. О. Саш, и сумочку красную. Сумочку красную. Ой, ё-моё. Так, это задача со звездочкой. Слышь, Яна, подойди сюда. Саш, ну в чем проблема, я не понимаю. Ну красная сумочка. Ты даже не представляешь, какая тут проблема. Саш, ты что, дальтоник? Да я вот уже сомневаюсь. Слушай, а у тебя есть сумочка другого цвета? Саш, конечно же, есть. И какого? Светло-красная, темно-красная, красноватая, кровавая, бордо. А тебе нужна именно красная? Да, и под красное платье. А, под платье. Фу. Так нормально. Ох, вот что мы приумолкли, да? Саш, красная сумка. Яна, где здесь красная сумка? Саш, ты что, вообще слепой? Тут нет красной сумки, господи, кусок идиота. Вот красная сумка. Окей. Да, и лак мне еще положи. Какой? Только не красный, только не красный, только не красный. Желтый!
Только не светло-желтый. А, короче, там разберется. Сашенька, и духи положи. А какие духи? У тебя их столько, что можно ванну набрать. Те, которые ты мне подарил. Так, квест продолжается. Яночка, а на какой праздник? Саш, ты мне всего один флакон дарил. Они что, размножаются? А ладно, короче. Там им с лаком не скучно будет. Сашенька, Ресфедер. Ресфедер. Правильно говорить, перфоратор. Нахрена мне и надо, непонятно. Саш, и положи мне еще туфельки на шпильки, туфельки без шпильки, туфельки на платформе, сланцы, аги и сникерсы. Да. Только последнее понял. Все, такси уже внизу. Так, положи мне еще реглан. Реглан. Вот. Саш, это пуловер, реглан. Ага, понял. Вот. Саша, это редикюль, реглан. Это торшер, реглан. Блин. Саша, ты что, реглан? Яна, короче, если ты такая умная, сама собирайся, все. Этого будет достаточно. Остальное там докуплю. Все, поехала я, помощничек. Пока. Сникерсы не забудь одеть. Дизель-шоу.